В разгар лета на сцене драмы «Падает снег». Здесь репетируют новый спектакль. Три маленькие пьесы современного автора под общим названием «ПДД». Правда, для саратовской постановки придумали другое – «Питер. Танцы. Любовь». Ищем премьеру только через 3 месяца. Мы еще что-то поменяем. Еще не готов свет, не готовы декорации, не все костюмы. У нас все в процессе поиски. Поиски не только света, но и интонации. В первую очередь этим режиссер занимается с артистами вот уже 3 недели. Хотя иногда достаточно и 5 минут. Хорошо, занимайся. Да не так. Тебя слышно, там микрофон рядом с тобой. А, хорошо. Ты встань прямо под микрофон, вот здесь встань, чтобы он тебя поймал. Хорошо, я согласен. Саратовского зрителя на новом спектакле ждут не только открытие, но и старые знакомые. После 4-летнего перерыва на сцену выйдет Зоя Юдина. За эти годы актриса родила сына, попробовала себя в Москве, снялась в нескольких фильмах и вернулась, чтобы остаться. Я не хочу хвастаться, но я просто на самом деле стремлюсь работать. Я правда искренне верю, что театр – это не географическое положение, театр – это некое наполнение твоей души и твоего сердца. Здесь все это у меня есть. Его Саратов тоже так и не отпустил. Валерий Малинин продолжит играть в Московском художественном театре. Но основное место работы теперь вновь саратовская драма. В этом спектакле он откроет 214 сезон. А возможно, в августе приступит к репетициям в еще одной постановке – пьесе «Шар братьев Монгольфье». Анна Головчинская, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.